Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи, кто по зову сердца, в прямом смысле этого слова, по зову сердца, рискуя порой даже и своим здоровьем и жизнью, помогает мирным людям в зоне специальной военной операции. Такие неравнодушные, и я не побоюсь этого слова, храбрые, просто смелые ребята, безусловно, пример для очень-очень многих людей, молодых людей в нашей стране. При этом подчеркну, что участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих. И, конечно, нужно поддержать этот благородный порыв. В частности, создавать условия, для которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику, наряду с учебой в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО, приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности.